выпускник Зареченской школы искусств Даниил Никулушкин. Сегодня уже студент училища при Московской консерватории. Признается, рад выступить на юбилей родной школы. Для своего номера выбрал «Грёзы любви» Ференца Листа. Сначала я учился на вокальном факультете, на вокальном курсе, да. После того, как у меня начал ломаться голос, я перешел на отделение специального фортепиано к прекраснейшему преподавателю Мельниковой Юлии Ренатовне, которая вот вела меня от самого начала моего пути, да, и до поступления уже в другое учебное заведение. За свою историю школа выпустила немало талантливых музыкантов, да и сегодня здесь воспитывают более 200 будущих артистов и педагогов. Одна из них – одаренная ученица Мари Авакян, занимается вокалом с 6 лет, сцену считает своим домом. Для меня всегда очень торжественно выступать. Я очень люблю находиться на сцене, можно сказать, это мой дом, потому что именно на сцене я чувствую себя живой, то есть я показываю свои эмоции. На сцене талантливые ученики и выпускники школы. В зрительном зале аншлаг. Директор школы Тамара Бурикова рассказывает, их концерты всегда сопровождаются несмолкаемыми аплодисментами. Как всегда на нашем концерте полный зал благодарных слушателей. Это и мама, и папа, и бабушки, и дедушки, и просто незнакомые нам люди. И всегда концерт наш воспринимают громкими овациями. Завершился праздник в честь юбилея школы ярким выступлением ансамбля скрипачей и показа архивных фотографий учебного заведения с большой историей. Василиса Ивашкина, Юлия Ткачук, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».